Я всех приветствую на своем канале, девочки, мальчики. Сегодня хочу вам по-быстрому показать свои покупки из магазина Fix Price. Fix Price я хожу не часто, потому что в моем регионе его нет, поэтому когда я езжу в город, я иногда туда захожу. Ну и, конечно же, по возможности покупаю что-то интересное. Сейчас вам быстренько покажу. Конечно, многие продукты повторяются, ну куда без этого, все мы люди, все мы живем, все у нас заканчивается, поэтому приходится покупать что-то новое. Так, сейчас я вам быстренько покажу. Купила я, конечно, вот такую мицеллярную водичку. Я не знаю, но вот почему-то иногда, когда я захожу в Fix Price, у меня мозг отключается, и я покупаю вот эту водичку. Хотя она мне не нравится, я вам уже рассказывала. Но что-то ничего подходящего в ближайших магазинах я не увидела, поэтому я ее взяла. Ну, взяла и взяла, и ладно. Так, в принципе, мой макияж она снимает, ну, так, нормально. Лично мой макияж. Также для зубов я взяла ополаскиватель для полости рта. Постоянно иногда беру его. Ну, нормально, ополаскиватель хорошо ополаскивает. Конечно, не до скрипа, как бывают корейские, японские. Ну, посредственно, в общем-то, ополаскивает. Потом две зубные пасты. Как расходный материал Colgate взяла. И Персадент взяла зубные пасты. Тоже у нас они очень быстро уходят, расходуются. Поэтому это как расходный материал. Конечно же, приобрела два геля для душа. Вот этот гель я брала, но я брала с другим ароматом. Он такой интересный, с пузырьками, мегафрукты. Аромагель для душа. Хороший такой гель, приятный, все с ним прекрасно. Ну и, конечно же, моя любовь-любовь, это гель от Palmolive. Я обожаю гели от Palmolive, я уже вам рассказывала, мне они все нравятся, вот действительно, вот лучше геля для моей кожи, наверное, нету. Обожаю я Palmolive, поэтому всегда его и беру. Также я взяла для умывания, там появилась от Parly вот такой крем-гель для умывания, церамида, гидролат, шалфей для комбинированной кожи. И вот такую пенку я уже повторяю, ее у меня была с ромашкой, а эта пенка идет с салициловой кислотой и цинком. Вот, очень мягкая, деликатная. В такой же упаковке, я вам, может быть, показывала в своих баночках, у меня была пенка от корейского производителя. Там действительно ничего по русскому не было написано. Но вы знаете, я даже что-то и не заметила. Мне показалось, что что корейская пенка, что вот эта пенка очень хорошо справляется с моей кожей. Поэтому я еще раз повторила вот такую покупочку. Взяла только в этот раз салициловой кислотой и цинком. Хорошая, прекрасная пеночка, деликатная, бюджетная. Мне она нравится. И, конечно же, еще я, девочки, собираюсь отдыхать, в отпуск поехать, в санаторий, поэтому не хочу с собой никаких банок огромных брать. И вот взяла с собой в поездку, посмотрела, думаю, небольшие баночки, такие милые, приятные, тоже от Parly. Взяла вот такой шампунь яичный и бальзам для волос авокадо. Интересное, да? Масло авокадо, эластин для питания волос. До этого я брала тоже от Parly, только в других баночках. Хороший, посредственный шампунь, поэтому для отпуска, куда-то в поездку, нормально. И еще я взяла вот такой, вот этот, это идет ламеллярный спрей для лица, тонизирующий с церамидами, тоже легкая кремовая текстура. И появились у нас вот таких бутылочках, идет увлажняющий мисс тонер, два в одном. Что здесь заявлено? Так, девочки, я не вижу, тут так все мелко написано. Увлажняющий мисс тонер с витамином В3 и глюконолактоном. Как понапридумываю, такие названия: бережно заботиться о вашей коже, обеспечивая глубокое увлажнение, сияние, интенсивное восстановление. Активные компоненты витамина В3 и глюконолактон выравнивают микрорельеф кожи, способствуют регенерации клеток и улучшению цвета лица. Входящий в состав растительный полисахарид, конакак, господи, монак, способствует увлажнению, питанию клеток, помогает коже оставаться здоровой и сияющей. Ну, в общем, написано, конечно, все прекрасно, такие слова, что даже и не выговоришь. Но буду пробовать, поэтому тоже возьму с собой в поездку увлажняющие средства, тем более сейчас у нас солнышко, нам просто необходимо. Также взяла два крема, вот Аура, я не знаю, мой любимый крем, который я там всегда беру, к сожалению, его не было, а вот этот
крем хлопок иланг-иланг, ночной крем для рук и ночной крем для рук. Странно, я даже не посмотрела, что это ночной крем для рук. Я-то хотела как в дневное время. Ну ладно, у меня пойдет один ночной, другой в дневное время. Какая разница? Мне кажется, это просто хороший маркетинговый ход. Ну и, конечно же, смотрела, долго смотрела, все ходила и взяла. Вот такие чудо-пятки у нас появились, устраняют сухие мозоли, натоптыши, трещины. Поэтому в отпуск, перед отпуском, да и в отпуске тоже хочу попробовать вот такие процедуры для ножек. Это чудо-пятки, устраняют сухие мозоли, натоптыши, трещины. Это идет крем. То есть это идет как бы пилинг-скатка. Там нужно на ватный диск, показано, на ватный диск его наносить, прикладывать к нашим ножкам на какое-то определенное время. И потом после этого смягчающий крем для ног с мочевиной 10%. Вот меня заинтересовало то, что здесь в составе находится мочевина. Мочевина – это очень хороший продукт. Это уникальный для кожи компонент. Она синтезируется клетками для удержания влаги и поддержания целостности гидролипидной мантии кожи. Вот. Так, девочки, это у меня продукты из фикс-прайса. О, я же еще забыла вам показать, почему-то шла, извините. Еще купила вот такие две губки. Вот у нас они появились. Кстати, у нас в нашем фикс-прайсе не было. Эти губки я купила не для мытья посуды. Ну, может быть, одна у меня пойдет для мытья посуды, а остальными, вы знаете, я очень хорошо чищу ими обувь. Классно. Вот особенно вот этой части, у кого замшевая, мне кажется, вообще прекрасный вариант. Ну и, конечно же, купила себе вот такую нежную тряпку. Я не знаю, зачем я ее взяла. Ну, мне показалось, что она мне необходима в моем хозяйстве. Видите, вот такая нежная. Я, кстати, очень часто меняю тряпочки, поэтому взяла вот такую мягкую тряпку для мытья полов. Все, девочки, спасибо вам всем за внимание, кто посмотрел мое видео.